Казахстане подорожал кумыс. За год цена выросла больше, чем на 20%. Сейчас стоимость литра кисломолочного напитка доходит до 1500 тенге. При этом производство кумыса в стране растет. В этом году уже изготовили больше 1000 тонн. Это вдвое больше, чем в 2022. Такую тенденцию аналитики связывают с увеличением объемов переработки сырья – кобыльего молока. В прошлом году эта цифра превысила отметку в 29 тысяч тонн. Лидером по надоям является Туркестанская область. Там получает почти четверть всего кобыльего молока в Казахстане. Высокие показатели и в Карагандинской области – почти 22% от общего объема.